Каспийске в Джума-мечети имени шейха Саида Афанди состоялось одно из значимых событий – масштабный общегородской ифтар, организованный духовенством муниципалитета. Почетными гостями этого дня были заместитель министра финансов Республики Дагестан Даниил Капиев, замглавы города Гусейн Ункилов, генеральный директор строительной компании «Аркада СТ» Запир Исаев, имам города Избербаша Ахмат Магомедов, председатель совета имамов муниципалитета Мурат Исмаилов и многие другие. Остались, как сказали, мало дней, и эти дни мы должны провести в единении и побольше делать благих дел. Хочу еще раз поблагодарить брата своего, вас, всю вашу семью, команду, которая так днями и ночами работает для того, чтобы всех объединить, еще мы всегда были. В рамках мероприятия, помимо традиционного коллективного разговения, представители духовенства прочитали аяты из священного Корана, а также исполнили нашиды. Событием вечера стал розыгрыш поездок на Малый Хадж, Умру. Кроме того, организаторы отметили и спонсорскую помощь меценатов, вручив им благодарности и грамоты.